Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватился гузовертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. Мы несем груз в лифт, активируем, отдаем на волю гравитации. Взрыв разрушает фундамент, башня палец, хаос, вопли, рок-н-ролл. До встречи в высшей лиге, Джеки. Пусти. Тебя ждут. WNS. 54-й канал. Пираты. О вашем проебе говорят все. А где Джекстер? Остался в машине? Может, спросишь, как он себя чувствует? Не говори со мной таким тоном. У него было кровотечение. Он умер. Вот как. Мне жаль. А где чип? У меня с собой. Этого я и боялся. Что? Сабура Арасака мертв. Ты понимаешь вообще, во что вы меня втянули? Вы завалили его величество, императора. Все, кто как-то с этим связан, подписали себе смертный приговор. Из-за тебя мы вляпались в это говно. Как ты нас готовил к операции? Ты не знал, что Сабура Арасака будет в отеле? Я не мог прийти к нему и заглянуть в его ебучий ежедневник. И вообще вас никто не просил его убивать. Это были не мы. Да ну, так и скажи Арасаке, когда за тобой придут. Ладно, спокойно. Надо продумать следующий ход. Забираем у Паркера нашу долю и уезжаем из города. Но сперва тебе надо что-то сделать с лицом. Ванная вон там. Приведи себя в порядок. Я не хочу рисковать, Ви. Помнишь наш первый разговор? Я все-таки выбираю тихую, спокойную жизнь. Декс, ты ебнулся! Выйдусь без лучей славы.
Привет. У тебя все норм? Лучше некуда. Они похожи. Тебе туда нельзя. Тихо, тихо, успокойся. Сегодня я... Я пришел, чтобы с вами попрощаться. Деньги — это деньги. С ними, блядь, не шутят. Слушай. На что ты тратишь жизнь? Бегаешь за нами, как шавка. С тобой все нормально. Отлично, тогда поговорим. Сколько ты за это хочешь? Да, мне надо сумочку. Джонни, подожди! Не надо этого. Ты же ничего не добьешься. Иди сюда. Да хрен с ней, с группой, Кер. Забей на все. Сделай сольный проект. Мудачок ты, мудачок. Знаешь, как мне будет тебя не хватать? Да ладно. Увидимся в следующей жизни. Ты опоздал. Обожаю, когда ты бесишься. Моя южная кровь сразу кипит. Залезай, пока я не передумал. Привет, шайтан! Поднимаемся! На, надень! И не снимай, понятно? Пиздец. Беспорядки. Это наша работа. Это план Джонни. Уэйланд отвлекает внимание Арасаки от башни. А то, что по гражданским стреляет, тоже часть плана? У нас тут не слёт пацифиста в том. Не нравятся твои проблемы. Мы несем груз в лифт.
активируем. Отдаем на волю гравитации. Взрыв разрушает фундамент. Башня палец. Хаос, вопли, рок-н-ролл. Времени на отход будет мало. Подключаюсь. Выходи! Едят ли кошки мошек? Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек? Мёрфи, ты достала уже? Хватит шариться в базах. Передай на всех частотах объявление об эвакуации. И пошли. Времени нет. Боже, кто писал этот манифест? Угадай с трех раз, блин. Джонни, ты оторвался от реальности. И это тебе говорит не Транер. Вперед! Приготовиться! Держать позицию! Вперед! Огонь! Вон ту тварь! Я сама прикончу! Мёрфи? Искала напёрстку, слегка сама обгоняла с одеждой и вилкой. Джонни, груз! Как там называлась бомба? Бушидо 2. Кончай! Нам надо сваливать! Демолитрон! Ну, погнали! К вам идет спецназ! Бегите! Бегите! Стреляй по кабелям! Пробивайте двигатели, мы возвращаемся! Есть еще кое-что. Мне нужно подключить это к их подсети. Сука, ну конечно! Ты срать хотел на Арасаку! Это все ради твоей ебучей фанатки! Такие, как ты, никогда не поймут вести. Пойдешь сам, без меня. У тебя 4 минуты, потом мы улетаем. Так, я взломала дверь. Тебе идет еще отряд. Обожаю тебя. Да все меня обожают. Сука! Несем большие потери! Рядом с точкой доступа. Подключайся. Классный ледокол. Импортный. Интересно, кто бы теперь мог изменить протокол подсети? Очень интересно. Ты помочь можешь? Могут ли пауки ловить мух? Есть паутина, без вопросов. Спасибо, Мёрфи. Сейчас, на всякий случай. Мать моя, кибер-женщина. Мы в телевизоре. Неизвестная террористическая организация выпустила манифест, в котором пригрозила разрушить Арасака Тауэр. Здание срочно эвакуируют. Террористы заявили, что хотят, цитирую, свалить памятник корпоративному колониализму. Конец цитаты. В ответ мэр Найт-Сити Мболи Эбуники выступил с заявлением о том, что любые акты террора на территории города будут караться по всей строгости. Мы попробуем узнать подробности у нашего корреспондента, который наблюдает за развитием событий у Арасака Тауэр. Все готово. Теперь уходи. Они поднимаются. Беги на крышу! Thank you.
Смешер. А я говорил, малыш. Говорил, что я тебя однажды прикончу. まだ生きています。わかりました。向かいます。Попробуем еще раз. Кем были твои сообщники? Как вы добыли взрывчатые вещества? А че это добрый полицейский до сих пор молчит? Давай, поболтай со мной. Какой террористической организации вы принадлежите? Как вы добыли взрывчатые вещества? Привет, дедуля. Я тебя знаю. Отцы. Чуксет Ханасюсер. Смотри-ка, у меня получилось. В этой башне погиб мой муж. Но бывает участь страшнее смерти. Я не хотел, чтобы он погиб. Назы коную на коту. Зачем ты это сделал? Чтобы положить конец вашему безумию. Хито ва усоцуки, дзибун дзисин о азамук. Дага ся ва чига. Ся ва юбен дага, карера ва кеште усо о цуканай. Сича но котоба нива, つつましさ がある。 始めろ。 А ты... ты кто такой? Кто такой? Кто такой? Thank you.
Он тяжелее, чем кажется. Слушай, брат, я сделал, как ты хотел. Давай мы с тобой поговорим. Арасака-сама, отцу-сама, но сацугайхан мицукемашита. Коно отоко де мачигаэримасен. Хай. 1 часан го ни ва цукукато. Блядь! Тихо. Теряй сознание еще раз. Не закрывай глаза. Нам обоим нужна медицинская помощь. Есть триперы, которым ты доверяешь? Я их уже видел. Трой. Ликвидаторы. Мы должны ехать к Риперу. Быстро. Вы хорошо держались. Не трать время. Виктор. Надо ехать к Виктору. Сами не доберемся. Надо, чтобы нас туда отвезли. Позвони кому-нибудь. А чего вы просто меня не бросите? Я же вам только мешаю. Лучше звони. Ладно, ладно.
Здравствуйте. В данный момент вы находитесь вне зоны оказания услуг. Забери. Забери меня отсюда. Мне надо в эзотерику Мисти. Рядом с Виком. Как пожелаете. Транспорт в пути. Ожидайте через 20 минут. Что ты делаешь? Эй! Личный порт поврежден. Пожалуйста, вставьте штекер чуть ниже уха, но не слишком глубоко. Между лимфоузлами под мышцей должны быть дополнительные нейропорты. Если я поврежу вену, он умрет. Как и в случае, если вы ему не поможете. Кажется, я нашел порты. Подключите его. Так, переносим его. Я не могу. Мне надо отдохнуть. Это твоя кровь? Мисти! Давление падает. Это нейрогенный шок. Он умирает. Придется пилить затылочную кость. Другого пути нет. Есть риск, что... Я знаю, что делаю! Как он там? Ну, восстанавливается дольше, чем ты, но жить будет. Ты меня слышишь? А, как больно. Как себя чувствуешь? Блять. Не знаю, Вик. В ушах звенит, и всякая хрень мерещится. Так, а у тебя что, галлюцинации? Ну-ка давай, пиши. Свет бьет прямо в глаза. Очень шумно. Я стою на сцене и почти задыхаюсь. Меня разрывает от ненависти. Я ору что-то злобное в микрофон. И понимаю, что это не помогает. Ненависть не уходит. А потом... Только не смейся. Я подкладываю бомбу под Росака Тауэр. Было бы над чем смеяться. Найт-Сити выглядел по-другому. Незнакомо. И я ненавидел его. Всех. Всех, кто в нем есть. Все было по-настоящему. Не как во сне. Ви, это были не сны. Это были воспоминания. На твоей щепке конструкт личности. Ты видел его прошлое. То есть я вижу воспоминания другого человека? Как так получилось? Не знаю, как это произошло, но теперь вы двое связаны. Двое? Я и кто, Вик? Кто второй? Джонни Сильверхенд, террорист. В моей молодости все в городе его знали.
Я бы сейчас поговорил о более важных вещах. Ты меня пугаешь, Вик. Что такое? Ну, в общем, тебе осталось недолго, малыш. Что ты сказал? Биочип — это как бомба замедленного действия. В общем, тебе осталось недолго. Максимум пара недель. Конструкт Сильверхенда переписывает твое сознание. Он будет работать, пока не получит контроль над твоим телом, и тогда ты просто исчезнешь. Ви, это важно. Ты меня слушаешь? Ты же меня починишь, правда? Ви? Да я бы рад, Ви, честное слово. Но это выше моих сил. Ты же лучший из лучших. Почему ты отказываешься мне помочь? Тебе длинное объяснение или короткое? Рассказывай все от начала до конца. Хорошо. На чипе записан конструкт. Это Джонни Сильверхенд. Ты вставил его в височный разъем. Ничего не произошло, да? А потом тебя убили. Да. Ебучий Декстер Дешон. Как я вообще оклемался после этого? Маленький калибр. Тебе повезло. Мистер Дешон сделал в тот вечер много ошибок. Наниты с чипа сразу начали тебя чинить, заполнили твой мозг и выгнали тебя на свет в конце тоннеля. Тех, кого убили, не могут встать и разговаривать, как ни в чем не бывало. Ну, это да. Разговаривают только те, у кого есть корпоративный чип, который призван их воскресить. А как же я? Моя душа! Я вернулся с того света и ради чего? Чтобы меня взяли и стерли? Чё ты меня-то спрашиваешь? Спроси у инженеров Арасаки. Я знаю только, что разум тебя покинет, и это будет жестко. По мнению биочипа, клетки твоего мозга — это опухоль, с которой надо бороться, понимаешь? А твое тело — пустое хранилище для конструкта. То есть этот ебучий террорист хочет меня стереть и забрать у меня тело? Да ничего он сам по себе не хочет, понимаешь? Это автоматический процесс. Его нельзя остановить. А нельзя просто выдернуть этот биочип? Или выключить? Не-не-не, это исключено. Тогда ты умрешь сразу. Блять. Я видел рекламу по телеку. Там еще был тупой слоган. Душа, что-то там. Сохрани свою душу. Да-да, он нужен только, чтобы разговаривать с конструктами. Может. Но у тебя, скорее всего, прототип, который как-то уплыл из лаборатории Арасаки. Вик, ты же всегда мне помогал. Если не можешь меня спасти, хоть посоветуй, что делать. Пожалуйста. Вик. Если б я знал, малыш. Мисти. Ты слишком много хочешь от такого дедули, как Вик. Пойдем, я отвезу тебя домой. Потом он умер. И я подумал, что тоже сейчас умру. Там, во сне. Сон — это маленькая прелюдия смерти. Может, я и не просыпался? Я же мог просто там сдохнуть. Не думай об этом, Ви. Расслабься.
Смотри, это твои таблетки. Омега-блокаторы. Принимая регулярно, они замедлят действие твоего чипа. Эти таблетки заставят молчать гостя в твоей голове. Псевдоэндотрезин от меня. У него обратный эффект. Он ускорит процесс. Освободит демона, так сказать. Таблетки, которые будет этого уёбка, чтобы он быстрее меня убил? Какое-то время все будет нормально. А потом настанет долгая и болезненная агония. Я просто даю тебе выбор, милый. Мозг можно обмануть. Анестетики это и делают. Твое сознание погибнет, Ви. Ты будешь чувствовать, как распадается твоя личность. В какой-то момент ты не узнаешь себя. Это будет ужасно и болезненно. Но ты можешь этого избежать. Сука. Тогда зачем таблетки? Я просто сразу пущу себе пулю в лоб. Тогда погибнут сразу две души. Ты этого хочешь? Мне нужно лечь. Ах да, последний подарок. Она была у тебя в черепе. Возьми на удачу. Обещай мне, что поспишь. Ты же слышала, сколько мне осталось. Какая уж тут удача. Не дури. Пока ты жив, есть надежда. Главное, чтобы ты сам в это верил. Думаешь, у меня есть шансы? Я выживу? Конечно. Ты один раз уже умер и все равно вернулся к нам. О. Мисти, стой. Насчет Джеки. Что? Мне тоже жаль, что Джека больше нет. Джеки был особенный. Очень богатый духовно. Многие будут вспоминать его с нежностью. Не печалься. Он будет рядом. А как же ты? Со мной все будет хорошо. Жизнь прекрасна и сильна. Намного сильнее смерти. Тебе сейчас надо отдохнуть. Пожалуйста, поспи. Я выберусь отсюда, ты понял? Я убью любого, кто встанет у меня на пути. И тебя тоже. Мне надо покурить. Где у тебя курево? Я не курю. Так пойди и купи! Мне всего одна нужна, последняя! Да что это вообще за херня? Не понял. Ты, блядь, кем себе возомнил? Отвали ты от меня! На кого ты работаешь? Говори! Чё? Ёбаный чип.
Я его своими руками выдеру. Нет, стой! Я получу контроль. Я найду как. Ты меня слышишь? Свали из моей головы. Нет! Лучше вставь себе ствол в рот и застрелись. Чувствую, как наши сознания соприкасаются. Я словно гниль, которая пожирает тебя. И я не могу это остановить. Слышишь? Как бы я хотел сейчас проблеваться. Это только копия энграммы. А есть и другие. Должны быть.